Доброе утро, с вами Дмитрий Кипин, и сегодня у нас на завтрак правильная и вкусная тортилья. И я уверен, этот завтрак понравится взрослым и детям. Нам понадобится тортилья, крем-чиз, мед и банан. Начинаем готовить. Мы один пласт тортильи пропитываем медом и смазываем творожным сыром. Уже это блюдо можно смело кушать, потому что, поверьте мне, это невероятно вкусно. Но когда мы сюда завернем банан, оно станет еще великолепнее. И целиком заворачиваем банан. Такое получается блюдо, как сосиска в тесте, только банан в тесте. И нарезаем на небольшие кусочки, скажем так, на один укус. Это чем-то напоминает такие роллы, суши. Суши-роллы. Друзья, правильный и вкусный завтрак готов. Остается пожелать вам приятного аппетита.